Краевая психиатрическая больница номер один нарушила права детей. Об этом заявила прокуратура Черновского района. После проведенной проверки в лечебном учреждении были выявлены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Выяснилось, что на каждого ребенка в детском отделении больницы приходится всего один комплект постельного белья. И тот уже давно пришел в негодность. А в одной палате с физически здоровыми детьми, вопреки всем медицинским нормам, находится ребенок с инфекционным заболеванием и высокой температурой. Изолятор для больных имеется, но используется не по назначению. В отделении, детском отделении медико-психолога педагогическом, были выявлены такие вот факты, что дети спят на рваных простынях. Часть из них не имеет полотенец и утирается чужими полотенцами. Шесть ребятишек вообще не имеют подушек. Стали разбираться в этой ситуации. Оказалось, что в помещении, где должны храниться запасные комплекты белья, их просто нет. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также норм пожарной безопасности. Запасной выход открывается в другую сторону, то есть на себя, а не от себя. И запасные выходы, места, значит, эвакуации, загромождены старой мебелью, какими-то там обломками. Прокуратура также направила в Роспотребнадзор два материала об административном правонарушении, предусмотренном кодексом административных правонарушений. Это статья 6.3 и 6.4. Они касаются вот нарушения санитарно-эпидемиологических правил содержания как населения, то есть больных, так и помещений, в которых они содержатся. Значит, там санкции этих статей предусматривают наказание от 10 до 20 тысяч рублей по каждой статье.